Добрый день! Сегодня 28 декабря 2023 год. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Мира, счастья, здоровья вам, вашим близким! Как у меня, наверное, у вас тоже на следующий год очень много планов. И чтобы они все сбылись, мечты. Всего всем нам доброго! Это будет последнее видео в этом году. И вот такое оно необычное. Первый раз у меня. Представляю вам Komatsu D20A5, пятая серия, бульдозер с угловым вот таким отвалом. Экскаватор, так, бульдозер. Гуски абсолютно новые. По двигателю, по цилиндрам все, ничего не течет, двигатель заводится, ключа боится, серьезно, коробка тоже. Все, сейчас все покажу, как обычно, обзор сделаю. D20A-5. По коробке передач у него на сцеплении, он на механике две скорости назад и три скорости вперед. Ну, на одометре вот так. Сидушка. Бульдозер живой. Бульдозер живой. Сейчас все покажу, что возможно. Если какие-то будут вопросы, видео, фото, без проблем сделаю. Ну, уже по возможности, когда. Это управление отвалом. По весу он полностью в сборе с отвалом 3620. Ну, мануал где-то было написано 3. Вот в электронном видео у меня есть там. Ну, не мануал, а как бы там технические характеристики там 3570. Тут 3600. Ну вот где-то вот так вот. Двигатель тут 4D94, 2.9 дизель, не турбовый, 39 лошадиных сил. Да, вот эти 4D94, вот шилдик на двигатель полностью. 39 лошадиных сил. Komatsu Japan. Он по ГТД в России не работал. Так, ключ влево, тут свеча накала. Сейчас газ чуть побольше, тут глушится вот газом. Так. Видно вот свеча, все. Вот так вот заводится газ. Угол по горизонту. Давайте по цилиндрам покажу. То стакан не ржавый, задиров нет. Сзади. В этот фонарь лампочка
Скорее всего, перегорело, не работает. Так, ну поехали тогда. Вперед, первая скорость. Бортовые тоже сухие все. Вроде. Он 24 вольтовый, аккумуляторы все хорошие. Третья. Так, задняя первая. Работает, гребет, поворачивает. Так, оборота с той стороны. Максималка. Все надписи.
так вот он. Могу еще раз. Хороший бушный бульдозер, но, говорю, в России он не работал. Вот так вот он заводится. Так что думайте, всего доброго. На связи, отправим его по всей России. Опыт большой. Постараемся и подешевле, и куда надо. Так что все, всех с наступающим. Всего доброго, до свидания.